Всем доброго времени суток. А это вот наша кошка по имени Кошка. Она не моя кошка, а кошка снохи моей. Вот, невестки. Ну, жена сына. В общем, жена сына, дочка. И вот эта кошка у меня сколько? Год, наверное, прожила. Примерно. Может, год, может, полтора. И сегодня она поедет к детям. В Краснодар полетит на самолете. Полетит с их подружкой. Ну вот, поэтому вот такая ей переноска, размер для нее достаточный будет, розовенькая, для девочки, да, скажи, я же девочка, то есть вот переноска обязательно нужна, также нужно обязательно одеть шлеечку на кошку, поводочек, что если нужно будет ей выйти, если она напугается, чтобы она у вас никуда не рванула, не убежала, и, конечно же, ветпаспорт с прививками также обязательно нужен, с проставленными. То есть, если вы даже ставите самостоятельно, то при перелете, ну, эти ласковая кошка, как собачка, лижется она такая. Вот, то есть, при перелете также нужен будет обязательно ветпаспорт с отметками ветклиники. Вот, съездила, оформила паспорт, и прививка вот ветклиники обязательно ежегодная по нынешним временам. 1625. Бегусь, не тряси мне руку, пожалуйста. То есть и билет на самолет. Вот кошка наша полетит фирмой Азимут авиакомпании. Там в районе 5000, как мне сказали. Но плачу не я, плачу дети, поэтому вот на 100% сумму не могу сказать. Вроде бы 5400 или 5300. То есть получается перелет животного. Удовольствие очень-очень недешевое. Конечно, переноска она и на потом останется, то есть куда-то ходить с кошкой, водить ее в ветклинике. Вот эта переноска вышла меньше 1000 рублей, плюс 1600 прививка. А такую прививку, если ставить самостоятельно, то в районе 500 рублей выйдет. То есть на 1000 дешевле. Ну, просто у вас не будет отметки ветклиники. То есть и самое, конечно, дорогое это билет. Эти билеты практически как на человека, да? Усатая ты наша, полосатая. Кошка по имени Кошка будет первая путешественница из наших животных. Скорее всего, мне тоже придется лететь в феврале в Краснодар. И нужно будет брать всех своих животных. Вот так что, поэтому пока сейчас у нас вот этот пробный перелет будет нашей кошки по имени Кошка. Да, завтра ты уже с Катенькой будешь. С Катенькой ты будешь. С Катюшей. Целовать ее, обнимать будешь, да, вот так вот. Как-то вот раньше у меня, когда были кошки, никто не лизался. А это прямо любит вылизывать. Как-то даже для меня необычно. У меня вот такого раньше не было. Спокойная девчонка, спокойная девчонка. Ну вот, хотелось вам рассказать, кому интересно, что нужно для перелета с животным и сколько это стоит. Конечно, билет на самолет в разные города будет по-разному. У нас получается из Челябинска в Краснодар рейс. Да? Ой, какие усы, это же надо такие усы иметь. Со всеми прощаюсь. Всем хорошего настроения от нашей зеленоглазой. Всем удачи и добра.